Бывшего замминистра экономического развития края, нынешнего главу Центра развития бизнеса Александра Граматунова задержали по подозрению в растрате. История произошла в июле 2019 года. В прокуратуре рассказали, Граматунов якобы взял деньги организации 6 миллионов рублей на хозяйственные нужды. Но отчитываться, куда они ушли, не стал и оплатил собственный кредит. Впрочем, по нашим данным, схема могла выглядеть и по-другому. Деньги шли на то, чтобы закрыть долги перед подрядчиками. Но в этом, вероятно, придется разбираться следователям. Александр Граматунов – фигура в городе заметная. До Центра развития бизнеса он был заместителем министра экономического развития края и курировал программы поддержки малого и среднего бизнеса. Сейчас ход расследования дела на контроле у прокуратуры, а Граматунова отправили в СИЗО минимум на 2 месяца.